1986-м Ольгу Кормухину называли русской Тиной Тёрнер. От нее ждали карьеры масштаба Аллы Пугачевой. А она исполнила несколько шлягеров и исчезла. Публика недоумевала. Спилась, сошла с ума, ушла в монастырь. Уж очень быстро пришел в успех, я считаю, очень быстро. Не так уж много я страдала, и практически, ну, не было у меня такого, чтобы там какие-то неудачи меня преследовали. Он один из основателей легендарной группы «Парк Горького». Этот клип попал на американский канал MTV раньше, чем его увидели в России. Алексей Белов 10 лет был в Штатах мегазвездой. А потом, никому ничего не объясняя, упаковал чемоданы и вернулся в Россию. Это произошло в пик нашей, можно так сказать, и творческой, и бытовой устроенности. Чем так досадила слава этим ярким и успешным артистам? Почему они сбежали от нее? И что их объединило? Они не спились, не сошли с ума и по-прежнему живы-здоровы. Последние 10 лет Кормухина и Белов – муж и жена. And she's buying a stairway to hell. There's a sign on the wall of the... Вместо рок-сцены – домашняя гостиная. Вместо толпы поклонников – пара родственников. На подпевках – десятилетняя Анатолия, дочь Ольги и Алексея. All the glitters is gold, and she's buying a stairway to hell. Их свадьба прошла тихо, без светских репортеров и шумихи в прессе. Сенсация она стала лишь для тех, кто близко знал Кормухину и Белова. Они поженились спустя 8 месяцев после знакомства. И свела их не сцена. Они оба увлеклись религией. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Алексей, это был вообще человек моей мечты. Я его любила, не скажу, что с детства, но вот как я услышала. Причем именно Николь Носкова, там, не кого-то там, может быть, более заметных, да, а именно Лёшку. Сейчас они уверяют, о звездной карьере не мечтали. На популярность с самого начала смотрели свысока. То, что я стал музыкантом, это не явилось плодом стремления к популярности. Совсем нет. Я просто любил это, мне всегда нравилось, я этим занимался. Я вам слово даю, что я не мечтала быть популярной, я не мечтала о богатстве, о славе, никогда. Я мечтала сделать что-то значительное. И ей это удалось. Кормухина сразу выделилась из общего хора. Ее буквально засыпали предложениями. Популярные шлягеры, гастроли по стране и за рубежом. Внушительные гонорары. Для любого другого это было бы пределом мечтаний. Но Кормухина устроила скандал. Был всем известный шлягер «Ночной рандеву» Криса Кельми, который наотрез отказалась петь. Хотя он очень хотел, чтобы спела его именно я. И сказала, я не буду петь эту песню. «Ночной рандеву» на бульваре рос. Говорит, ты дурочка, это же шлягер. Я говорю, именно поэтому я его петь не буду. Гордая, самовлюбленная, избалованная. Именно так отзывались продюсеры о Кормухиной. И, наверное, были недалеки от истины. Ведь именно так это и выглядело на деле. Хотя Алексей Белов считает, певицу можно было понять. У меня наступило чувство какой-то пустоты внутри. Вот. Мы уже в сотый или в мегасотый раз играли концерты перед толпой в десятки тысяч. И никакой особенной радости уже от этого заслать не было. Все стало обыкновенно. Рано или поздно что-то подобное начинают испытывать многие артисты. Еще один солист «Парка Горького» Николай Носков покинул группу 4 годами раньше Алексея Белова.
и пережил настоящий шок, вернувшись в Россию с 11 долларами в кармане. Это был очень серьезный стресс. Нужно было возвращаться домой. Вы понимаете, ведь никто же не знал, кто такой Николай Носков. Все знали группу «Парк Горького», а могу сказать точно, что многие музыканты не справляются даже с этим психологически. Ну и уходят во всякие вещи, там наркотики, алкоголь там и прочее. Носков справился. Ушел с головой в творчество, запись альбома. Рок-певица Кормухина пристрастилась к водке. Она же чувствовала, что если там остаться, то будешь и пить, то вообще сопьешься. Рука невольно тянулась к рюмке. И вот тогда я благодарна брату своему Андрею, который мне сказал: ты не имеешь права говорить о Боге, пока ты в руках держишь хотя бы одну рюмку или хотя бы одну сигарету.